Президент объявил 29 октября днем общенационального траура, потому что эта трагедия на шахте глубоко затронула сердца и души всех казахстанцев. Также хочу опровергнуть домыслы и слухи о том, что смена собственника снимает всю ответственность по исполнению обязательств компании в рамках коллективного договора. Смена собственника ни в коем разе не отразится на размерах заработной платы и социальных обязательств перед работниками предприятия. На текущий момент в результате аварии на шахте Костенко унесло жизни 30